Всем привет, ребята, и вы на моем канале Куб Клада. Если есть, я сын Куб, и сегодня мы будем играть в пиратов на Ви. Да, Ви. И мы в первом уровне. Трэс Хард. И давайте приступим. Вот дерьмо! Так, ребят, этот пират призывает скелетов. Так. Да. А, то есть управление здесь нормально работало. Ну что ж, ребят, оказывается, вот здесь управление работало. Так, настраиваем на... Что вот эти вот... Если настроили. Простите, ребят, что пришлось показать это. Так, теперь все нормально. Ух, ребята, спьет. Иначе... Еще скелетона. Может, будем бросаться клинками, ребят? Ой. О! Давайте-ка бросаться будем. Нет, я лучше привык к своему оружию. А без моего оружия как-то нелегко получается. А! Откуда тут камни вообще? Вы скелетон? А у меня что камера-то? Давайте разобьем это. Это бита, в общем. Это реально какая-то бита. Короче, лагает при загрузке, ребят. Извините. О, ребят. Ага. Там может быть огромный босс. Левел уровень, кажется, у нас тут. О, вот здесь скелет, не знаю откуда. Офигеть. На вам. Ну, здравствуй. Ох, опять он призывал своих черт. Ах, вас вместе. Вас краткая участь ждет. Пастера! Ребята, это кто вообще? А, блин. Быстрее бежим за едычкой. Ребят, он вообще жесткий. Ребят, ну реально он слишком жесткий. Я с ним даже и не справлюсь. Надо опять поесть. Он бежит, ребят. На те. Все, победили. Победили босса. А главное, моей едыхи. Так, следующий у нас уровень. Тед. Джунгли у нас какие-то, ребят. Джунгли, прикиньте. О, запас заподозрили.
Ребят, это пародия на Castle Crashers. У меня могут быть тоже вот такие мои. О, у нас тут неандертальцы какие-то. Они пещерные люди. Понимаю, зачем они едят такое. Они там кабана жарят. Кабана жарят, прикиньте, ребят. Кабана целого. Целого кабана. О, выскочили как из своей помойки. На, все, третий уровень. Ох, это 1000 жизней. О, быстрее. Они кидаются. Кидаются они теперь. Это усложняет нам задачу. Задачу нам усложняют наши разработчики. Наверное, разработчики намекают, что там будет сложняк. Поэтому решим добавить вот этих вот неандертальцев с топорами. Что за жесть? О! Я зря, короче, призвал. О, нет, о, нет. Надо, короче, есть, ребят, есть. Жаль, этого кабана нельзя съесть. Было бы прикольно. Ох, они кидаются на меня. Но. Короче, они теперь не распадаются. Скелеты, они просто исчезают. Исчезают просто, ребят. Исчезают. Есть. Уща будет мочилово. Эй. Вот эти вот сантиментные была. Не топоры. Так нечестно. На, Жека, с топором. Блин, ребят, у нас чуть-чуть. О, здравствуй. Наверное, битва сейчас будет сложной. Короче, дай-ка нам еду. Спасибо. О, ребят, а вот и они. Это он вообще мочит. На. Второй. Второй толстячок. Ага, у нас... Что это такое? Вот, я не со современными топорами. Черт. Не, у него современные. Да. Короче, собираем бабки. И бежим, куда глаза глядят. Угу. Блин, ну, топор давайте-ка. Этого топора я могу даже 3 убить. Ничего себе. О, ребят, целые 3 выскочили. 3 современными топорами. Ща будет мочило. О, хлебушек как раз. И 1000 жизней. Ну что, ребят, отправляемся в следующий уровень. Да, мы добились. Мы этого добились. Эй, а где? Где вы? О, можно на мне там прокатиться? Серьезно. Эй, а ну. Вот я когда играл, я вообще без кабана ехал. А оказывается, можно еще на кабане ездить. На целом кабане. Только живом. Ну реально, пародия на Castle Crashers. Короче, ребят, это плагиат на Castle Crashers. Тут тоже можно ехать на каком-то из животных. Ну, когда там погони всякие, а здесь можно сразу этого... Тут сразу можно использовать целого животного. Ага, теперь у них ножки. Ножки с семенного отбора. Да и мать. На, матеря. Мама. Все, мам. Мам, мы замочили. Ой-ой. Так, 5 уровень, ребят. Ага, они восстают из молний. О, неожиданность. Ага, она еще и кидается
вот этими вот курами, чего? Так не было в этом игре. Ага, там опять подзывали. Там еще и современными топорами. Офигеть. Не, жрем, жрем их. Есть, сожрали. Куры. Ну, можно съесть из него. Так, теперь мы куру используем. Точнее, ножку. Давайте-ка сожрем. Сожрем целую бочку. Не для пищеварительной системы. О! Вот как понимать? Опять они со современными топорами. Ребят, берегитесь. Идите колоть. Начали. Ага, теперь они опять со современными булавами. Булава вообще тупо. Ага, теперь они современные топоры и современные булавы. Эй, я из-за тебя свою куру пропустил. А как тут использовать способность? Ребят, фух, прошли. Хоть на этом спасибо, ребят. Лоутинг. Почему-то мы без этого уехали. А, чё там, вот эти? Чёрт! А, ребят, опять со современными. Эй-эй! Какого? Они становятся еще невидимыми. Что? Это нечестно. На, все. На, проявите уважение. Знакомые мы родные. Нам что, наверх? Нам наш череп показывает наверх. Ну ладно, наверх так наверх. А, нам нужно еще не упасть? Серьезно, нам реально нужно еще не упасть. О, они со современными топорами, ребят. Надо быть осторожным. Потому что современные топоры делаются еще и невидимыми. Не. Так, видимо, современный. Есть. Еще этого современного топора есть. Много жизни. О, однако здорово. Сколько современных топоров-то? Ими можно и не только кидаться, но еще и атаковать в ближнем бою. Да ладно, серьезно. Ай-яй-яй, нас мочат. Нас тупо мочат. А, то есть мы не можем ударить по крайней мере невидимости. Давайте. Есть жизни. Молодцы. Вы тупые. Меня чуть не поранили. Теперь я сам вас съем. Первый не умер. Есть. Опять наверх. Так, сейчас мы только откопаем еды. Ого, сколько едыхи. Нам нужно не упасть. Реально, не упасть. А как нам... Ага, можно это даже и разбить. Ну, это долго. Тут у нас сундучара. Нет, я не хочу с огненными топорами кидаться. Только просто. Давай. Это ничуть не... Тариста недель заняло. Это что такое? Это же 30 лет бы не заняло. Блин, ребят, все тут разрушается. Ах, они проснулись. Черт. Эти современные булавы проснулись. Мне даже лагает от того, сколько там статуи этих современных булав. Ай-яй, они сильные еще, на. Реально, ребят, они еще сильные. Ты мой, о. На. Дай морковку. Ах, современные топоры. И хоть и будешь.
чуть-чуть осталось. Пожалуйста, дайте мне лечилу. Лечилу мне дайте. Нет. Блин. Мне надо довольно сильную броню, чтобы с ними справляться. Блин, еще и это залагало. Еще и эта двойка залагала. Ну ладно, ребят, на этом мы, пожалуй, закончим. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.